Подробное интервью с уполномоченным по правам ребенка Саратовской области смотрите в итоговом выпуске программы «Новости РЕН-ТВ Саратов» уже завтра. Программа выйдет в эфир в 12:30. К другим темам. Состязались в силе, умении и ловкости. В госавтоинспекции региона прошли традиционные спортивные первенства. В соревнованиях приняли участие 14 отделов ГИБДД области, а также команда ветеранов. Дорожные инспекторы соревновались в трех видах спорта – волейбол, перетягивание каната, гиревой спорт. По итогам состязаний победители получили символические кубки. Данное соревнование проводится ежегодно. Цель соревнований – выявить наиболее сильных, ловких, умелых, физически подтянутых, активных сотрудников ГИБДД. Будет вручение кубков победителям. Ну и, соответственно, по местам второе, третье место диплома будет раздано. В зависимости от вида спорта. Сверху, если гиревик, то вот он изображен. Если это волейбол, то там волейболист. Но перетягивание каната у нас «Орел».